Дорогие друзья, приветствую всех на нашем сегодняшнем открытом первенстве спортивного клуба «Авокадо», на которое собралось рекордное количество боксеров возраста от 7 до 17 лет. Боксеры представляют различные клубы города Харькова. Это и «Лидер», и «Локомотив», и Харьковской области, и ХТЗ. То есть достаточно широкий спектр боксеров различного уровня, от новичков до разрядников. Всем боксерам, как всегда, желаю удачи, честных боев, красивых побед. Занимаюсь боксом 1,5 года у тренера Виталия Пивоварова в клубе «Авокадо». Мне очень нравится мой тренер. Он всегда в меня вкладывается, и не только в меня. Я стараюсь на все 100%. Сегодня был у меня боксерский дебют. Вышел в ринг, отбоксировал 2 раунда, и все выиграл, и мне понравилось, но есть еще мы стремимся. Моя цель – выиграть Олимпийские игры, и еще мечтаю стать чемпионом мира профессионалов в супертяжелом весе. Мне 11 лет, я занимаюсь боксом 1,5 года. Мне нравится бокс. Я занимаюсь секцией Виталия Пивоварова. Сегодня у меня открытое первенство, и я очень хочу победить. Это для меня будет первый бой, но я постараюсь сделать все, чтобы победить.